Всех приветствую на своем канале. Мы продолжаем играть в нашу любимую игрушку Green Soul и выживать в ней. В этом ролике я отправляюсь в локацию Лабиринт. Вот она, локация. Нам необходимо будет выяснить, что скрывает Хугин. Значит, эта локация три черепа. Я подготовился вот таким образом. Блин. К сожалению, он хочет жрать. Мне пришлось съесть. Так, в общем, я взял... Нет, пока возьму 7 кусков мяса. В общем, я с собой взял чуть больше стака. Взял с собой дополнительную бронзовую кольчужку. Медную, полную. Запасную каль. Ну, шляпку. Взял бастард, на всякий случай, на рыцарей. Ну, я думаю, этого мне достаточно будет. Так, выпью-ка я. Все. Можно уже отправляться спокойненько. Яркость увеличу. Так, вот она локация. Мне, конечно же, не хватит, поэтому сейчас посмотрю рекламу и вернусь. Мне все-таки интересно, что же это за локация такая, лабиринт. Что там за лабиринт будет, интересно. И какие враги меня ждут. Вот. Я не думаю, что это слишком жестко будет локация по сравнению с, ну, например, Ареной Мертвецов, когда я проходил. Там было немного помощнее. А, ну это кладбище. Я уже понял, это локация кладбища. Так, прокаженный. Мне очень жалко будет на него свой пернач тратить. Ну, куда деваться? Так, он уже на меня пошел, ладно. Ладно. Так, это уже проклятые. Побежали они на меня, короче. Веревка здесь как-то не очень комфортно мне лично. Ну и где он? Что-то он бежит долго. Что это настолько большой лабиринт? Возьму-ка я, наверное. Слушайте, да, это слишком большой лабиринт. Я, наверное, взял с собой. Ну ладно, так, вот вас двое уже. Ладно. Ладно. Так, ты кто у нас проклятый? Ну раз бежит, значит проклятый. Зря, наверное, я взял. Зря, наверное, подготовился так слишком вот жестко. Я думаю, не стоило, наверное. Заметит, наверное, падла. А может и нет. Да, действительно, лабиринт очень огромный. Я даже не знаю, как я тут буду разбираться. Ой, вот это уже пожестче, парень. Я знал, что они будут. Я знал. Я это прям предчувствовал. Но это мне надо еще... Блин, какой-то шустрый оказывается. Он слишком какой-то быстрый. Так, мне сколько еще тычек-то ему делать? Так, ладно. Хорошо. Все. Так, бронзовая кольчужка, конечно, может скоро слететь, но ладно, бог с ней. В принципе, нормально все выпало пока что. Вот это вот дерево, оно мне очень сильно мешает. Препятствие. Так, здесь тупик. А вот там я вижу сундук. Ведьма, ё-моё. Там не то чтобы сундук, там гробница какая-то, походу. Ну, в данном случае, я думаю, справлюсь легко с этой локацией. Потому что здесь ничего такого особенного я пока не наблюдаю. И это даже хорошо. Странно, почему они назвали локацию это три черепа. Ну, в плане... ну-ка, если вот так вот. Ой!
Слушай, а ты можешь больше на меня не кричать, пожалуйста? Чего мне видно? Ребят, что-то вас здесь слишком много. Ты-то кто? Зря я это сделал, конечно. Здорово. Зря я это сделал. Очень зря. Еще один. Как я буду управлять? Это как локация сокровища проклятых, я так понимаю. Ну так и будет за мной бегать. Зря я так сделал, конечно. Очень зря. Так вот, он идет за мной. Ладно, хорошо. Хорошо, он идет за мной. Боже мой, боже мой! Как я буду проходить эту локацию сейчас? Я что-то вообще не понимаю, они сейчас вдвоем. Мне еще с этим бороться. Не, ну сколько можно орать? Честно хочу сказать, я уйду отсюда. Я не могу в такой локации находиться. Это случайно совсем вышло. Я решил поэкспериментировать. Смогу ли я ведьму? Смог, к сожалению. Да. Не ожидал. Оказалось, все гораздо хуже. Травы нет. Трава, по-моему, здесь есть. Ну что мне делать? Как я тогда буду проходить сейчас? Я, честно говоря, даже и не знаю. Ну-ка, если я вернусь сейчас. Обновится локация или нет? Наверное, нет. Мне сейчас будет очень сложно. Надо было ведьму убить. Мне сейчас будет очень сложно выходить из ситуации, когда здесь... Слушайте, они что, исчезли, что ли? Повезло. Сейчас главное снова ведьму не разбудить, а то она, баба-то, с принципами. Как оказалось, эта женщина, блин, идиот, кто ты? А, нет, это фигня. Я-то думал, помощнее там, блин, у меня уже пернач кончается. Честно, я... Зря раскритиковал, очень зря я раскритиковал данное место. Вот тварь, она там ходит. Блин, я еще через могилу не могу пройти. Слушай, можешь, пожалуйста, меня не заметить? Спасибо большое. Вот она там плачет, эта ведьма. А вот еще здесь, оказывается, одна ведьма есть. И их тут слишком много. Слушай, пожалуйста, не поворачивайся. Я тебя очень прошу. Спасибо. Убью с одного раза. Твари, они все равно выперлись. Нет! Нет, нет, нет! У меня пернач закончится сейчас таким образом. О, неплохо, слушай. Благовоние выпало. Ну, конечно же, сейчас съем все это. Вот там кто стоит? Ага, там рыцарь стоит. Что делать, понятия не имею с такими. Это что я взял? А, сосновое бревно. В данном случае понятия не имею, как вот ту ведьму убивать. Такого, знаешь, я бы назвал этот ролик, как бы, я бы его назвал, сейчас. Супер вибрация, вибратор. Вибратор какой-то получается. Блин, ну пернач мне очень жалко. Мой бедный перначик.
Что это за лабиринты такие? Какие-то как будто задания выпали. Вот он, человечек. Давай, иди сюда. Ну, идешь? О, это тот самый недобитый, между прочим, приятель. Так, сейчас немножко восстановлюсь. Куда? Ты от меня никуда не уйдешь. Еще одна тычка осталась. Он меня не убьет сейчас. Отлично. Возвращаюсь сейчас. Блин, он меня все добил практически. В целом неплохо, конечно. Но все-таки... Все-таки надо... Вот она, ведьма, блин. Гадина такая, конечно. Ненавижу ее. Ну, вот с одной тычки сейчас погибнет. Так, бастард у меня еще целенький. Такого не ожидал никто. Даже сам я. На всякий случай я возьму вот эту броню. Так, как с тобой справиться? Нет! Боже мой, как же мне отсюда теперь выходить опять? Ну, ладно, хотя бы она не ревет. Вот это я зря сделал, кстати. Она бы хотя бы не ноет. Вот это я действительно зря. Мне надо было... Так, ну ладно. А, я тоже добиваю. Так, ну ты, конечно же, гандон. Однозначно. Он мне, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осторожненько. Так, рыцарь, он там догонит меня? Догонит, догонит, отлично. Сейчас я его убью. Он мне даже тычку не несет. Это здорово. Это все, конечно же, идеально. Но не тут-то было. Я только сейчас понял, что тут еще одна ведьма находится. Это огорчение. Вот она, последняя ведьма, я так понимаю. И один проклятый остался. Ну, в целом, неплохо. Но было сложновато немного все равно. Где ты? Боже мой. О, а вот это сложно. И чё, и как? У меня топора нет, вы о чём? Алло, вы чё? Не, слушай, это нечестно. Я понял, сейчас топор сделаю. Мне нужно два камешка взять. Где-нибудь найти. Помогите мне найти два камешка. Я понял, короче. У нас в розыске два камешка. В общем, каменный топор я делаю, изготавливаю спокойненько. Это хорошо, что здесь такая возможность есть. Сейчас я займусь этим деревом. Проклятый уже заметался. Ну все, сейчас... Ой, нет, там кто-то еще есть. Так, ну ладно, во-первых, иди ко мне. А во-вторых, ты тоже иди ко мне. Лишь наказан. Сейчас подойду к этому. Ой, ё-моё, какой-то серьезный-то. У меня пернач сломался. Беда. Пришла в мой дом беда. Настоящая беда. Я не знаю, я сейчас буду просто дубасить бастардом. Это неправильно. Я так и знал, что надо было дополнительное оружие брать. Возьму дубинку. Вы сейчас угорать будете надо мной, но я дубинку беру. Да, вот до чего дожили, называется. С дубинкой сейчас буду махаться. Действительно, надо было получше подготовиться, но я не ожидал, что здесь так все серьезно будет. Ты кто? Ну это еще ладно. Бастардом сейчас буду обороняться. Конечно же, я не буду вот с него дубинкой, это понятно. Это невозможно категорически. Все, с меня слетела броня. Осталась последняя. 28 теперь сволочь сносит. Две тычки осталось мне сделать. 28 он сносит. Угу. И главное, мне не дают траву. Я не могу ботинки сделать.
И могу вот это теперь вот так сделать. Ладно, хорошо. Если у меня нету больше бронзовой кольчужки, то я буду бастардом размахиваться против этого рыцаря теперь. Удачи тебе. А вот там кто стоит? Неужели еще один? Нет. Ну, сейчас будет обидно. Фу, слава богу, я успел. А ты-то как успеваешь? Дубинкой буду дубасить его, реально. Его так долго будет дубинка сейчас убивать. Вот. Я не хочу дубинкой убивать их. Но придется. Мне приходится их дубинкой убивать. Ай, да. Трудности. Действительно, локация 3 черепа. Я теперь не сомневаюсь в этом. Но это ведьма. Это ведьма. Ну какого хрена? Ну это невозможно будет. Еще и ночь. Как мне против нее? Ты же проснешься, я ж тебя знаю. Блин. Да умрите вы, собаки, уже. Сколько вас здесь нахер? Последнюю ведьму хотя бы убил. Ладно, уже хорошо. Там, по-моему, кто-то идет. Если я не ошибаюсь, там кто-то идет. Поэтому надо быстрее валить отсюда, пока не поздно. Ягодки я съем. Бастард возьму. Вот это... Вот там кто? Ох ты, ничего себе тут. Не дали оружие. Задание выполнено. Потом прочитаю все это. Потом. Теперь надо выходить отсюда. И смотреть, кто там идет. Вот кто ты. А, это фигня. Тогда я его шипастой палицей буду убивать. Неплохо, неплохо. Но я так и не понял, что я там прочитал-то. Можно вопрос? А, дневник Гердаха. Так. Завершить. Все, отлично, замечательно просто. Выполнено задание, но будет одна проблемка. Мне надо будет домой сбегать, а я не смогу сейчас этого сделать. Все, 100% выполнение задания. Что мне дали, значит, еще раз? Одноручный меч, шпастый палец, ну такой себе. Лут, на самом деле, не очень-то. Потрясающе. В общем, все. Спасибо большое за просмотр. До скорой встречи, пока-пока.